В дни Олимпиады соревнования проходят не только в Сочи, во всех уголках России. Ежедневно стартует множество мероприятий, посвященных зимним играм. Генеральный партнер Олимпийских игр «Ростелеком» выступил организатором акции «Ростелеком. Зимние олимпийские старты для юных спортсменов Чувашской республики». Это замечательный день. Я очень рада видеть вас всех на этих соревнованиях. Глядя на вас, я вспоминаю себя, когда я была маленькой, в вашем возрасте, с удовольствием выходила на старт и ждала соревнований как какой-то праздник. Я хотела бы сказать, чтобы в этот день вы смогли раскрыть все свои возможности и свои таланты. Мороз и солнце. Именно такая погода выдалась в этот по-своему праздничный день. Юные пловцы, лыжники, боксеры собрались на территории родной спортивной школы имени Тихонова, чтобы принять участие в зимних олимпийских стартах. После торжественного приветствия и разделения участников на команды началось самое ответственное соревнование – масс-старт. За детей по-настоящему переживали и взрослые – журналисты, медперсонал, организаторы. Никто не остался равнодушным к стараниям юных спортсменов. Когда участники сняли лыжи, началось все самое интересное – смешанные эстафеты, имитирующие зимние виды спорта. Лыжные гонки, скелетон, кёрлинг. А самым ярким моментом спортивного праздника стали состязания в духе зимних забав. Метание валенка на дальность, перетягивание каната. Именно они особенно понравились юным участникам. Организатором зимних олимпийских стартов выступил «Ростелеком». Компания является генеральным партнером Олимпийских игр в Сочи. Цель нашей акции – это в игровой форме познакомить детей с олимпийским движением. И как это здорово видеть неподдельные эмоции ребят, которые они проявляют спорту в целом и к Олимпийским играм в Сочи в частности. Несмотря на то, что призовых мест на всех не хватило, без подарка не остался никто. Талисманов Олимпийских игр в Сочи хватило всем. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.